Расскажите, пожалуйста, что произошло сейчас, вот буквально? Сейчас здесь произошло, ну, незаконное задержание организатора митингов. Я еще раз повторяю, разрешение на проведение митинга в соответствии с статьей 31 Конституции не требуется. Оно носит уведомительный характер. Уведомление было подано. Это является законом для полиции, чтобы выполнялось это уведомление. Они нарушают. Во имя чего нарушают? Во время такая власть вот в Новосибирске, воровская власть. Да, вот так вот, что мы сейчас наблюдаем, что полиция разогнала всех людей, собравшихся мирно в 1 мая, и забирают транспаранты. Это Новосибирск, 1 мая 2022 год. Спасибо вам большое. С наступающим вас праздником, крепкого здоровья вам и долголетия. Хорошо. Россия будет свободна, и счастье самое главное. Да. Спасибо вам большое.